Всем привет, канал Ирины Цветики. Заехала я в Обин посмотреть уценочки, меня просили. Вот я вижу ванды. Ванды тут стояли по 6 тысяч и больше. И вот они все цвели, по всей видимости. И смотрите, какие шикарные розеточки. Но это вот не столь чистая и большая, но все равно есть корни, розетка. Вот то это плотненькие, вот смотрите, хорошие. 1800 рублей. Меня просто спрашивали ванды, но сейчас их, ну, почти нет нигде. Это вот что в начале лета цвели. Жаль, конечно, что ни одного цветочка не сохранилось. Не видно, что это. Вернее, какой-то цвет. Вот тут огромная ванда в большущей вазе. 2700. Ну, все были красивые. И золотистые, и голубые, и фиолетовые. Это уценочка. Обе, напомню, Краснодар. Торговый центр «Азмол». А вот снова много белых уценок. Такая. Ну, цветочки почти все высохли. В основном белые. Вот Солинос, по-моему. Что там у него с корнями? Корешки есть, хотя вот залитые. Но их, наверное, поливают, чтобы они держали цветы как можно дольше. Ну, а корни от такого полива могут пропасть. Ну, вот тут нормальные. И корешки еще хорошие. Ой, вырвался из рук. Хотела повернуть его цену. Высокий цветонос. Вот еще такая бордовая. Ну, она чуть темнее, чем на видео. В основном все беленькие. Есть проблемные шейки, корешки. При выборе внимательно смотрите. Что еще есть на уценочке? Роза. Красивая. У меня есть такие, они цветут с ранней весны и до декабря. Если нет заморозков, она и в декабре пускает бутоны, цветет. Такая неприхотливая розочка. Но эти уже по 339. Можжевельники. Кипарисовик. Ну, такие у меня есть. А вот можжевельник я бы купила. 700 рублей. Но он там сохнет. Все-таки боюсь, у нас жарко для можжевельников. Вот такой по 60, ну вот такой кустик нет. Я хочу стелющийся на газон. Тут 210 рублей. Цветные. Даже желтенькая вот попала на уценку. Хотя это бывает редко. Желтые обычно забирают. Или их меньше привозят, не знаю. Почему-то так происходит. Ну вот что-то там желтит у некоторых. Надо рассматривать и розетки, и корешки. Вот хороший какой кустик, весь зелененький. Ну и орхидеи в торговом зале. Начала видео с уценок. Ну что-то такого интересного особо. Ну вот такая пестрота, желтые красивые. Что еще есть? Вот такой оранжевый с красной губой выделяется. Белые, белые, белые. Ну, белые, конечно, шикарные. Вот особенно, если губа цветная, смотрится очень ярко и красиво. Тарина. Ее даже выставили отдельно. Ну, Равелла. Слегка цвет изменен на камере. Ну,
Ну, то есть сортовые тоже есть орхидейки. Сколько, какая же цена у них? 729 рублей. Ну, в принципе, для этой орхидейки недорого. Но она вот как в миксе, видите, одна или две их. Да, бывают счастливчики, мне вот пишут, а я нашла там, ну, какую-то сверхсортовую в Ашане, например. Бывает и такое, да, и по той же цене, что простые орхидейки. Бывает такое счастье. Это называется микс. Вот. Вот. Тоже интересно. Такая красота. Ну, буду показывать покупочки. Ну, я их покупала, цветочки, на цветочном рынке, на опте. А здесь просто вот давно не была в обе, решила заглянуть, что же приводит сюда. Ну, в принципе, выбор есть. Есть даже сортовые орхидейки. Ну, орхидеек мало. Один стол. Иду на выход. И вот прекрасные лилии. Глоксинии. Такие розово-рыженькие такие лилии. Ну, вот это красиво. Мы продолжим нас. Еще раз всем привет. Продолжаем съемку покупочками. Вот такая мультифлорка. Очень красивая. У нее губа тоже разноцветная. И вот она плотненькая, она похожа на восковичок. Плотно-плотно. И вот эти ее крапушки, они выпуклые. Вот повезло такую найти на оценке. Ну, конечно, не за 200 рублей. Не за 500, чуть дороже. Ну, по-моему, тут еще один был цветонос. Да, вот он, ее уценили. Потому что вот там обломан цветонос. Корни вполне приличные. Немножко нужно подсушить. Есть воздушные, большие, по-моему, даже растущие. А нет. Большая розетка. Вот тут даже два было цветоноса еще, видите. Пышненько цвела она. Вот один цветонос сохранился. Хорошая розеточка. Считаю, удачное приобретение. Меня просили желтую мультифлорку. Немножко не такая, какую хотели, но я думаю, что это не хуже. Она красавица. Еще один Дарвин удалось забронировать. И сегодня я его забрала. Но всем не хватило. Все-таки довольно редкая орхидейка в наших краях. Заказывала я заранее. Там мне оставили сколько. Ну, практически все они ушли. Нет, еще одна сохнет. И далеко ехать. Ну, вот этот почти сухой. Ну, тоже вот, видите, еще внизу. Вот растущий корешок. Влага есть. Подсушим. Тут уже хозяюшка написано. Что там вот, что-то там растет. Корешок, по-моему, плохо видно. Ну, вполне тут такой, наверное, придется обрезать. Он уже сухенький наполовину. Такой экземплярчик Дарвина. Но он переливается, немножко слепит вспышка. Ночью иначе никак нельзя. Ну, ночью, потому что тороплюсь я снять. Некоторые завтра уже уедут. Вот африканский закат. Очень красивый. Такой румяный. Переливает. Но он вообще нежный, очень красивый.
почему-то вниз смотрят цветочки. В пакете немножко загнут был цветонос, потому что очень длинное растение. Придется его тоже загибать. Вот этот у нас. Вот он уже стоит у меня 2 дня. Я сняла пакет, ну, написала хозяюшке, что все нормально, сохнем. У него был стакан, и вот я его сняла, а она практически сухая. Поэтому буду отсылать, пока у нас не очень жарко. Вот. Буду готовить его на отсылку. Тут вот такой листик прорвал. Мощная розетка. Ой. Вот. Новый листик какой красивый. Блестящий. Боюсь его больше поворачивать, потому что он норовит опрокинуться. Вот смотрите, какой он огромный. Ну, метр, наверное. Жаль, придется его. Ну, коробку я ему тоже сделала большую. Немножко загнуть, наверное, придется. Сейчас я его уберу аккуратненько, чтобы он не упал. Да, некоторые цветочки я взяла 2 дня назад, некоторые сегодня. Показываю все вместе. Огромные, просто огромные цветы Пандоры. Ну вот сегодня я поехала еще купить, еще заказали, но их разобрали. Видите, какой огромный цветок. Ну вот, один почему-то решил засохнуть. Есть еще бутон. И с этой стороны. Прекрасная гроздь. В этот раз были отличные пандоры. Просто вот великолепные крупные цветы. Ну, у этих уже есть хозяюшки. Ну, почти сухой. Вот этот легкий. Да, его можно и отправлять уже. Ну, у него есть напарник. Вот такой биглипчик. Я показывала в магазине. Ой, он даже с названием. Я сейчас не вспомню опять. Вот такая сатулечка такая. Можно находить по фото, но вот заранее у меня не получается. Кому очень интересно, могут найти в справочнике по фото. Это орхидейка сортовая, конечно. Ну, я ее оставила еще сушить. Наверное, завтра я ее отправлю тоже. Мне показалось, что вот он зелененький, а это сухая зелень. Но сегодня я уже не успею собрать их в дорогу, так что завтра отправлю эти. Ну и вот 2 цветочка свободных. Довольно редко чисто белый биглип. Одно время мне кто-то очень просил. Там перебрали несколько. Ну вот я сегодня увидела такой большой, крупный, чисто белый биглипчик. Я его взяла. Он свободный. Если не откликнется, кто заказывал, пожалуйста, девочки, можете... И мальчики брать. Пишите мне ВКонтакте на личной странице. Не устаю повторять, но каждый раз мне пытаются заказать под видео, чего не нужно делать. Я дам ссылку под видео на свою страницу ВКонтакте. Ну вот, листья очень крупные. Но они такие узкие, но длинные. Вот они были сложены в пакете, заломаны. Ну, посмотрите, как вот я его распрямлю. Какой огромный лист. И вот один был сломанный. Он отвалился, когда я сняла пакет. Вот.
Отличная корневая. О, у него тут название похоже. Сейчас я попробую прочитать его. Посмотрите, какая корневая. Он сухенький. Его можно отравлять тоже. Ну вот как раз напечатали на ободке плант. Непонятно. Роудурт оканчивается. Ну, если кто знает, напишите. Будем благодарны и я, и будущая хозяйка. Но цветок просто огромный. Не один. Это вот самый нижний. Верхний не меньше, будет еще больше. Очень красивая гроздь. Ну и вот уценка Чэнгду. Тоже часто просят. Ну, как бы давненько уже было. Ну, встретила, купила. Когда просят, обычно не бывает. Ну, он розовее, немножко высвечивает. Такая красивая губа. Оранжевая, пятнистая. Есть бутоны. Видимо, он сбросил цветы и сделали уценку небольшую. Может и большую, не знаю. Да, вот видите, цветы, бутоны. Отличная корневая. Ну, вот тут цифры. Ну, может быть, это гибрид Чэнгду. Очень похоже. Вот. Тоже сухой абсолютно. Зелень сухая. Был, видимо, мокренький. Бутончики сбросил, надо было их убрать. Тут у нас прямо, ну вот, ой, и тут полно бутонов. Я думаю, это кора суслип. Вот, ну вот камера все высвечивает, все видно. Он тоже ничей. Потому что хорошая цена и хорошая орхидейка, спрашиваете. Ну и вот Равелла бабулетка у меня осталась, как-то в этот раз не заинтересовался никто, хотя обычно просят и просят. Ну сейчас лето, наверное, некогда людям смотреть видео, заказывать цветочки. По цветам обычно мы скучаем осенью, зимой. Переливается. Так что пишите, спрашивайте. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики. Пока-пока. До свидания.